Добрый вечер. Посмотрите, какая красота. Я нахожусь на самой высшей точке. А внизу леса, поля, зелень. Место красивое какое. Это Максатинская дорога. Здесь я ни разу не была. Прошла до валунов каких-то таинственных. Ну какой же здесь простор. Такой обрыв там внизу. Я хочу посмотреть, что здесь за валуны. Что там за таинственное такое место? Мы пришли к волшебным валунам. Говорят, обладают целительной силой. Сейчас мы посмотрим. Не все знают об этом. Видите волшебные валуны? Сейчас пойдем посмотрим тот валун. Надо посидеть на этих волшебных валунах. Зарядиться. Да, про них говорили. Здесь кто-то вел раскопки. Там какой-то тоже валун. И кто-то его пытался откопать. Для каких целей, не знаю. Для чего его копали? Да уж, отвезешь его. Вообще гигантский. А, как будто трава скошена здесь, да? Ну да, место какое-то необыкновенное. Посиди 5 минут. Да хватит, молодожен с вами приезжали. Какие молодожены? Посиди, камни-то какие теплые. От солнца их нагрело. Полюбуйся красотой. Если ехать на Максатиху, эти валуны находятся слева. Вот. Необыкновенное место. У нас есть бинокль. Сейчас я посмотрю. В лесу? Сейчас я посмотрю.